Старушки-бутлегеры, пенсионерки тайно запустили законсервированный ликероводочный завод на Южном Урале. Женщины произвели продукции на сумму более 25 миллионов рублей. Три женщины пенсионного возраста решили нажиться на производстве спиртных напитков. Для этого они использовали законсервированный завод в Верхнеуральске. Предприимчивые пенсионерки тайно запустили конвейер. При этом на предприятии после прекращения работы оборудование по приготовлению алкогольной продукции, розливу, упаковке и этикетированию было оставлено в производственных помещениях и находилось в исправном состоянии. Благодаря этому женщины организовали с помощью привлеченных наемных рабочих из числа местных жителей, неосведомленных о преступной деятельности соучастников производства немаркированной алкогольной продукции. С ноября 2017 по март 2018 пенсионерки произвели на подпольном заводе более 40 тысяч бутылок водки стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Когда с конвейера уже готова была сойти следующая партия размером в 90 тысяч бутылок, на завод нагрянула полиция. Правоохранители остановили производство, а три пенсионерки попали под статью.